Александр, расскажите, пожалуйста, что сегодня интересного? Вы сегодня в жюри? Нашли ли вы свой золотой голос сегодня? И вообще немножко об этом мероприятии. Я считаю, что этот конкурс уникален в том смысле, что он более широко раскрыл двери для любителей, потому что не всегда профессионал делает то, что хочется нам услышать. Более формально или более зажато, или в каком-то узком стиле. Здесь люди приезжают, даже любители, даже просто те, которые хотят просто показаться. Красиво одеться, спеть. И у некоторых очень здорово получилось. Но я хочу сказать, что за сегодняшнюю сессию, что я был в жюри, вот мы сидели вместе с Игорем Сандлером в этот момент. Жалко, вот Женя Кобылянский пришел попозже. Серебрякова Людмила, девочка, 14 лет, меня просто поразила. Мы с Игорем Сандлером просто обалдели. То есть она спела настолько фирменно все, вот все компоненты, все нюансы, голос, душа. Как-то она настолько поразила нас, а мы, в общем-то, давно в этой истории находимся, мы профессионально сразу понимаем, что у меня сегодня на душе праздник. Действительно, Людмила Серебрякова замечательная девочка. Я буду следить теперь за ней. Я даже попросил, чтобы они на сайт высылали что-то. Если будет достойный репертуар даже для публики московской и российской, надо будет помогать ей даже, наверное. Вот это такой праздничный результат. А в целом, что мне нравится, здесь чувствуется, каждый приходит и не столько конкурирует с кем-то, а он просто пришел на общий праздник. И у него есть какая-то любимая песня на данный период времени, и он ее поет. Как поет? Ну хорошо, он не победил, но они общаются, они одеваются, они готовятся. Ну, Москва, весна, красота, ВДНХ, Останкино. Мне кажется, что здесь очень много плюсов. Ну, таких проектов сейчас все больше и больше. Вы считаете, их нужно так много делать? Чем больше конкурсов и фестивалей, тем лучше, потому что это прежде всего люди встречаются, иногда даже влюбляются, да, как в известной песне. Но мне кажется, что у нас очень музыкальный народ вообще живет на славянской земле. И мы любим петь, мы любим праздники, мы любим компании веселые. Мне кажется, что сейчас как раз в этом конкурсе люди начинают дружить, общаются, знакомиться, обмениваются адресами, почтами. Это уже хорошо, потому что музыка и вообще искусство, оно это единственная скрепа, которая по-настоящему людей сближает. Ничего больше не сближает. И ни деньги, ни власть, ничего, ни политика, а именно общее приятное времяпровождение. И в этом огромная заслуга вот данного конкурса. Вы очень часто выступаете в качестве жюри в различных аналогичных конкурсах. То есть изюминка этого мероприятия в чем? Вот именно этого конкурса, в отличие от других. В этом конкурсе шире двери, более демократичный подход к отбору кандидатов. Они могут быть профессионалы, они могут быть маленькими совсем детьми, еще по 8-летними, они могут быть 50-летними, уже опытными взрослыми людьми, они могут быть далеки от музыки, никогда не учились. И этот конкурс дает возможность этим людям приехать на этот праздник, праздник песни. Я бы даже назвал бы его мысленно праздник песни. Почему? Потому что здесь нету очень жесткого предварительного отбора, как на коммерческие вот эти вот очень мощные профессиональные конкурсы. Мне кажется, что это главное его достоинство, и есть ощущение какой-то легкости, свободы и какого-то гостеприимства. Пару слов пожелания будущим участникам, все, кто обратят внимание именно на этот конкурс. Я желаю ехать на этот конкурс всем, кто дальше будет записываться и пробоваться, как на праздник, как на событие дружеских встреч. Люди, которые любят песни, которые просто меломаны, не обязательно профессионалы. А и вдруг, неожиданно, ты так споешь, вот кто-то он или она, что все скажут, профессиональные там в жюри сидящие люди, ничего себе, а тебе надо помогать, и пристанут, и что-то там визитками закидают, и говорят, давай. Вот я сегодня обменялся визитками с двумя исполнительницами, и вот один парень из Риги, замечательный парень, очень-очень мне понравился, он очень импозантный, очень талантливый, он уже там известный.
Если у меня будут здесь какие-то мероприятия, где я могу пригласить его, и я обязательно ему по интернету сообщу. А вот эта Серебрякова Людмила, я считаю, она очень перспективная вообще девочка. Она, вот, она поет душой. Ведь не только голос, а ведь там чувства должны быть. Так что я считаю, что этот конкурс очень полезен и нужен. Как обычно заведено у мэтров эстрады продвижение артиста, который вам нравится. Я этим занимаюсь постоянно, но разогреваю в концерте я сам. Я начинаю всегда сам. А в середине концерта, когда я заканчиваю некую жанровую, первую такую романтическую часть концерта, я приглашаю специальных гостей, включаю в афиши. Я о них очень много говорю. Я даю человеку шанс показать себя, показать свой репертуар. И мне кажется, что это норма. Я вот, например, помню, когда мы еще молодые были, и мы работали с Аллой Пугачевой, была группа «Рецитал» такая, вместе с ней. Я помню, она пела час на стадионах, полный, там, 100 тысяч мест, все шикарно. Ну, она очень популярная, любимая. И потом выходил я, пел две песни, потом Руслан Горобец выходил, пел две песни. И эта практика у нас часто повторялась, мы часто пели в ее концертах. Она шутливо говорила, ну, мне надо переодеться, спойте что-нибудь. Но я-то понимаю, что она нам давала просто шанс молодым, начинающим авторам-исполнителям. И мы пели свои песни. И я ее за это очень благодарен. И, наверное, я у нее взял эту практику. Да сейчас, собственно, все этим, уже вот этим инструментарием дружеским пользуются. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы приехали, какие у вас планы на этот проект? Меня зовут Сандис Кеопс, и я приехал из Латвии, из Риги. Да? Ну, мне, я очень как-то люблю российскую музыку, такой попсу, эстраду. Да? Ну, планы главные, что, чтобы не заметили, да, что я, как бы говорится, уже... Ну, что-то делать для того, чтобы стать таким знаменитым, популярным артистом, да. И, ну, главное, это, как говорится, все говорят, участие, да. Ну, каждое участие в каком-то проекте все равно приносит какую-то там пользу, да. Ну, там кто-то заметит тебя, кто-то там, ну, скажет, вот, да, там девочка или там пацан хорошо поет, да. Ему что-то предложит потом, что-то дальше, да. Это как бы ступеньки, ну... больше расти в карьере, в возрасте, да. Так что я, ну, как всегда, и в Латвии, когда мне кто-то говорит, я говорю, я хочу на 40 лет быть знаменитым эстрадным исполнителем мужа России, да. Латвия меня хорошо уже знает, кто я такой, да. Но сейчас надо идти по ступенькам в России, да. Так что в России очень как-то, ну, люблю, да, ну, а мне нравится. Я не хочу знаменитым быть где-то там Англии или где, да. Я хочу, ну... Я, ну, здесь, это когда, это все музыка душевная, да, как бы, вот уже Раймонд Паулс, и все это связано, да, ну, просто Латвия, это как одинает, это все как бы вместе, да, ну, я хочу, главное, чтобы, говорю, меня увидели. Это ваш первый конкурс в России? Это первый конкурс в России, да. Какой конкурс мечтаете еще попасть? Ну, это Евровидение, это очень хорошо, да, это уже, ух, да, ну, следующий... Да, да, но следующий шаг, я думаю, мог бы быть на голос. На голос уже, не на голос России, как здесь, но на голос уже, ну просто на голос, давай. Он в НТВ, да, происходит, наверное, тоже, да. Да, ну уже там. Ну и чтобы потом уже что-то, какие-то проекты делать с Россией, ну просто мне здесь нравится. Я как свой здесь чувствуешь. Мне здесь даже, ну ладно, это не буду говорить, да, но мне здесь очень нравится. Спасибо большое. Удачи вам. Да, спасибо. Меня зовут Сергей Нехаенко. Приехал я из Луганской Народной Республики. Впечатления самые положительные. Это новые знакомства. Это деление опытом. Мне очень понравилось. Очень нравится. Какие у вас впереди планы на будущее? Еще где-то участвовать в каких-то... Ну, естественно, у меня планы. Я посылаю заявку на «Голос страны». И, ну, надежда, что, может быть, у меня получится. Ваш первый конкурс в России?
первый конкурс в Москве. Буквально год назад я выиграл конкурс «Голоса России» в городе Санкт-Петербург. Ну и еще несколько патриотических конкурсов в республике Коми. Хочется от всей нашей республики поблагодарить всех россиян. Я лично хочу поблагодарить организаторов конкурса за то, что предоставили мне такую честь принять участие. Спасибо всем россиянам. Спасибо.